Новый коронавирус стал еще опаснее. Китайские власти признали, патоген мутирует, и он усилил свою способность передаваться от человека к человеку. Это значит, что в ближайшее время количество жертв пока еще недостаточно изученной болезни неизбежно увеличится. Об этом заявил глава Госкомитета по делам здравоохранения Ма Сяовэй. Если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS. Он уже перешел с этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается. Заболевание вступило в сравнительно серьезную и сложную стадию. Итак, по последним данным, в Китае инфицировано свыше 2000 человек, 57 из них скончались. При этом вирусологи до сих пор не так много и знают о возбудителе болезни и о том, насколько быстро он может мутировать. Зато врачи подробно описали клиническую картину заболевания. Пациентов для наблюдения у них предостаточно сейчас. Мы уже выпустили первую, вторую и третью версии клинических рекомендаций. Основываясь на существующих случаях, мы можем сказать, что начальные симптомы после заражения включают лихорадку, недомогание, сухой кашель. В течение 10 дней состояние пациента ухудшается. Процесс, в принципе, понятен. Инкубационный период составляет от 10 до 14 дней, что аналогично 14 дням РВИ. Поэтому человек обычно не заболевает сразу после заражения. Зная это, теперь мы ставим под контроль близких людей заболевшего, ведем медицинское наблюдение или даже изолируем их. В режиме изоляции несколько китайских городов. В Шанхае запретили междугородные перевозки для любого транспорта, кроме машин специальных служб. В стране введен национальный запрет на продажу диких животных от ресторанов и блошиных рынков до электронных площадок. Животные считаются своеобразным инкубатором для вируса. В Ухане, городе, с которого и началось распространение болезни, продолжают возводить медицинский комплекс специально для заболевших новым вирусом. Больницу на 1000 коек строят в сверхсжатые сроки и планируют открыть уже в начале февраля. На фоне таких пугающих новостей в сети набирают популярность блогеры из закрытых китайских городов. Молодые люди рассказывают на камеру о своей жизни в карантине, ведут трансляции, делятся наблюдениями. Вот один из таких блогеров Лин Вихуа. Несмотря на зловещее запустение 11-миллионного мегаполиса, молодой человек, судя по всему, не теряет оптимизма. Хотя некоторые комментаторы считают, что ролик создан при непосредственном участии органов госпропаганды Китая. Уборщики, курьеры и сотрудники городской управы все еще работают на улицах. Нет необходимости беспокоиться о пропитании. В супермаркетах достаточный запас вареной и быстро замороженной еды. Пока город работает, все будет в порядке, как обычно. И мы чувствуем поддержку всего китайского народа. Как житель Уханя, я полностью поддерживаю карантин и блокировку, потому что она не только предотвращает дальнейшее распространение вируса, но и концентрирует лучшие ресурсы для разрешения эпидемии. Со страхом перед неизвестной болезнью сами китайцы справляются в лучших традициях карнавальной культуры с помощью смеха. По сети разошлись кадры с шутником, который прямо на улице одного из городов предлагает отстреливать вирус из снайперской винтовки. Наконец, всегда готов к бою бравый китайский рыцарь. Справиться с патогеном ему поможет традиционное китайское холодное оружие гуаньдао. Ну и, конечно, таксист, который выходит на работу исключительно в костюме химзащиты. Но большинству, конечно, не до смеха. Вот, например, как выглядят салоны самолетов на рейсах внутри Китая. Пассажиров почти нет. Случаи заражения вирусом продолжают регистрировать по всему миру. В списке уже 12 государств. Кроме азиатских стран, США, кстати, там уже трое с подтвержденным диагнозом, Австралия и Франция. Там китайская диаспора отменила все мероприятия по случаю Восточного Нового года. Зараза добралась и до Канады. В России все подозрительные случаи прошли проверку. Ни у кого из заболевших коронавируса не выявлено. Китайские специалисты
подчеркивают, коронавирус ведет себя непредсказуемо. Сейчас они пытаются выяснить, как на него действуют препараты, которые использовались при борьбе с другими подобными заболеваниями. По некоторым прогнозам, на создание непосредственно вакцины от нового коронавируса уйдет от 3 месяца до полугода. Это в лучшем случае. Ну, а, конечно, вспышка заболевания сейчас мировая новость номер один, но подобное уже случалось. Только за последние столетия врачам, микробиологам и службам, ответственным за противоэпидемические мероприятия, приходилось бороться с самыми разными эпидемиями. Напомним о некоторых из них. Первой и самой страшной эпидемией 20 века стала испанка 1918-19 годов. Смертность достигала заболевших зачастую в течение суток. Спасения не было нигде. Новые виды транспорта способствовали быстрому распространению болезни по всему земному шару. Вымирали целые населенные пункты. Смертоносный штамм вируса гриппа H1N1, по некоторым оценкам, убил за 18 месяцев 5% населения планеты, до 100 миллионов человек. Это больше, чем общее число жертв Первой мировой войны. Страшный грипп был не единственным язвой Великой войны. Скученность, антисанитария, голод привели к распространению плотяной вши, главного переносчика сыпного тифа. Инфекция косила целые армии. В России за период гражданской войны насчитывалось свыше 7 миллионов заболевших. Примерно 700 тысяч погибли. Побороть болезнь удалось советскому микробиологу Алексею Пшеничному. Именно его вакцина, изобретенная в 1942 году, позволила избежать эпидемии тифа в годы Великой Отечественной. При слове «чума» на ум приходят великие эпидемии Средневековья, когда только Европа лишилась до 40% населения. Однако вспышки болезни несколько раз фиксировались и в 20 веке. Природные очаги инфекции располагались и на территории СССР. С 1920 по 89 годы жертвами чумы в нашей стране стали 2060 человек. Справиться с чумой помогли антибиотики. В 60-е и 70-е годы в мире вновь распространилась и холера. В 1970 году болезнь вспыхнула в Астраханской области. Заразились свыше 1000 человек, 35 из них скончались. Как и в случае с чумой, основным оружием против заразы стала эффективная работа санитарно-эпидемиологических служб и современные методы лечения. Испанка, к сожалению, была не последней пандемией гриппа на планете. В 50-е годы человечество атаковали штаммы азиатского гриппа. Счет больных шел на десятки миллионов. А в середине 70-х очаг инфекции возник в СССР. Жертвами нового штамма стали около 300 тысяч человек. Новые формы инфекции возникают регулярно. Уже в начале нового тысячелетия появился птичий и свиной грипп. Другие вирусы тоже не дремлют. В 2002 году в Китае был выявлен коронавирус, вызывавший тяжелый острый респираторный синдром или атипичную пневмонию. Его жертвами стали 813 человек.